Всем привет, друзья! С вами снова я, Dragon03. И сегодня я хотел бы поиграть в игру Crow Castle. Не знаю, что здесь делать надо. Но мне кажется, сейчас мы и узнаем. Так. Стоп, так у нас есть еще. Еще двух лучников поставили. Вот ускорение. И опять же мы выиграли. Теперь у нас стенка. Так, что у нас еще можно? Мне кажется, то, что нужно для башни улучшения копить. Йоколо, мне ты шо за красавчик такой? Так. Урон прокачаем. И вот. У нас что есть-то? Точнее, что мы можем сделать? Но у нас очень мало денег. Сейчас мы это проиграем. Мне кажется, если еще раз, там, еще несколько раз прокачаюсь и, возможно, победим. Так. Не знаю, победим ли мы вообще этого. Ну, по сути, должны. Да, победим. Но не сейчас. Вот сейчас, возможно, выиграем. Ну, блин. Вот почти. У нас левел ап, можем прокачать все скиллы какие-нибудь. Вот сейчас. Блин. Все-таки нас добили. Так, у нас еще эти скиллы. Теперь боссу хана. Так как я еще одного лучника поставил. Все. Так, ну, я, наверное, за видео попробую. Так, я получил 1500 монет, даже больше. О, это что? Ничего себе тут.
Так, теперь мы можем что-нибудь сделать. Так. Не знаю даже. Пока что, может, у этого вот возьмем. И башню прокачаем. Ну, этих мы размотали. И вот, наверное, на жизни тратимся. О, новые какие-то пошли. О, сейчас опять будет проблема с боссом. Хотя нет, смотрите, победили все-таки его. Так. Возьму, наверное, еще одного лучника. Да уж, теперь никто подобраться не может. Даже. Ну, сейчас опять босс будет. Он, по сути, каждые вторые волны. Хотя нет. Сейчас он будет. Еще на 5%. Так, а можно их вообще прокачивать как-нибудь? Да, можно. Кстати, я же забыл то, что тут еще силу можно использовать. Вот так вот. А я-то совсем забыл. Так, ну опять предлагают за видео. Вот, еще денег получил я и... Не знаю, стоит ли. Возьму, наверное, пока что вот эту вот. Такой, ну и может быть здесь. А, нет, тут... Тут вот нельзя. И лучников понаставлю. Они даже подойти не могут. Так. На жизни пока что буду тратить. До 2000, возможно, куплю. А, босс. Новый какой-то. Господи. Чем он, лазерами из сосков, что ли, стреляет? Что он такое? Новые какие-то уже пошли в серых капюшонах. Так, что я хотела вот здесь вот. 5% золота, ну нет. Пока вот это вот. А потом, может быть, что-нибудь другое возьму. О, ничего себе, молниями стреляет. Теперь, мне кажется, никто меня не одолеет. Ну, вы ж меня знаете, я всегда халяву беру. Поэтому опять-таки взял. Thank you.
откроется на 99 уровне. Защита крепости. Да. Ну, атака юнитов. Так. Так. Наверное, сейчас башней буду уж уделять немало внимания. Так. У меня хп 350. Отлично, просто замечательно. О! Вот оно как. Опа! И они идут атаковать. Так, а можно их как-нибудь улучшить? А, стоп, точно. 1750. Понятно. О, новые пошли. Ну, они не такие сильные прям. Ну, а на этом, я думаю, можно закончить. Всем спасибо и до новых встреч.